4 года в Мурманске действует городская благотворительная акция «Помоги спасти жизнь ребенка». За это время на лечение маленьких северян удалось собрать около 12 миллионов рублей. Сегодня у проекта появился новый партнер. Акция «Помоги спасти жизнь ребенка» была придумана городскими властями для помощи детям, нуждающимся в серьезных и дорогостоящих операциях. Для сбора средств в поликлиниках, отделениях почты, аптеках и магазинах установлены прозрачные пластиковые боксы «Добрые сердца». За 4 года с их помощью удалось собрать около 12 миллионов рублей. А финансовую поддержку получили более 130 юных северян. Среди них и Данил Зобний. При его заболевании замедляется рост костей и хрящей, поэтому мальчишке были нужны операции по удлинению рук и ног при помощи аппаратов Елизарова. Сегодня Данил чувствует себя хорошо, самостоятельно передвигается и готовится снять свои металлические доспехи. Недавно у проекта «Помоги спасти жизнь ребенка» появился новый партнер – муниципальная стоматология «Дента». В ней также установили бокс в форме сердца для сбора пожертвований. Я считаю, что это очень важно, потому что у нас, к сожалению, поколение не становится здоровее. Болезни очень молодеют. И, конечно же, помощь такого характера, она очень значима для многих семей, особенно молодых семей, которые еще полностью не стоят на ногах.